Всем привет! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика под ником Немо, гильдия победителей. Сегодня мы будем ролить так, гильдия победителей. Собеседование обязательно, телега собака Павел Хам, ВК ID 1008. Вот такой вот айдишка, 4075, вступайте, кидайте заявочки, а мы побежали. Ролить времени у нас очень мало, и сегодня интересная акция у нас коллекционер. Можно за Риббита, если вы 10 кулаков получить. Ну, конечно, не особо топовая, но есть топовая карта. С нее можно интересного героя получить. Так, ну чё? Чё? Смотрим алтарь. Так. Фрея. Я уже думал, 8-8. Фрея, надо повторочку Анубиса выбить. Так, Ронина и Стрелка заказывали. Давайте мельком пробежимся по аккаунту. Тыковка хорош. Интересно, хорош. Интересно. По талантикам, конечно, слабовато. Хорош. Так, что тут еще такое есть интересное? Дальше ничего нет. В общем, нам надо выбить Ронина, Стрелка. И повторочку Анубиса, если повезет. Думаю, нам повезет. Так, ну Ронина мы, в принципе, если 15 слизней, но это очень проблемно будет на 27к все выбить. Ну, попробуем. Так, склад у нас полупустой. Че у него по волнам? Фига себе, до Аджей дошел, молодец. По подземкам 768 огней, всего лишь пятая кошмарка. Вот так вот, но по волнам в принципе неплохо прошел. Проетащит. Так, ну что, поехали ролить. Призрачный всадник сразу же, причем одержимый. Фея бульдозер. Так, первый рыцарь есть. Начало вроде неплохое. Второй Кенди. Третий, четвертый, снова Зила. А падает, сволочь. Только не то, что нам надо. Жесть, ребят, это просто жесть. Ну, я не знаю. Блин, тут Фрея уже есть, второй эволюции прокачанная. Это просто огонь. Доната, как видите, здесь вообще минималка какая-то. Фрея выпала. И она у него уже есть. Обидно, конечно. РТшка. Снова Зила. Душегуб. Бля, да что тут творится? Это огонь. Бля, вот это сыпет. Это действительно сыпет. Душегуб. Блять, Рино, малышник, да ладно. IGG угорает там, походу. Это жесть. Укротитель. Ну давай, давай. Нахрен мне твой сноузила. Валька. Ниндзя. Блин. Кинди.
Сучка, ну. Эх, обидно. Да, обидно, обидно, однако. Ни хрена не получили толком. Но насыпало, блядь, просто жесть. Я в шоке. Насыпало, конечно, годно. 25 героев. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Так, ниндзик упал, сноузилы упали. Гарпия, укротитель, одержимый. Малышник у него на второй, Рино, Рея. Блин, нападало, конечно, классно. Но что с ним делать? И слизнячков нам не хватает. Что по ЗП-шкам? Ну-ка попробуем. Я не помню, у нас рулится, не рулится по ЗП-шкам. Эх, обидно, обидно, однако. Однако обидно. Сейчас мы сделаем ход конем, если получится. Все, ход конем сделали. Распечатали ему девственность. Падает достойно, надо по-любому добить Ронина. Ведьма. 10. Булька. Рыцарь тьмы. Ну давай, 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 давай. Повелитель бури, ребят. Есть. Есть у него повелитель бури, интересно. Это топчик. Это однозначно топчик, это недостающий герой и очень кайфовый недостающий герой. Поехали дальше. Одержимый еще один. Так, давайте нам эктоплазмы, призрачный всадник. Я буду угорать, если мы не выбьем эктоплазма. Рино. Так, смотрим, что у нас там получилось. 11, 4 штуки надо выпить. Ну, за 11к, я думаю, 4 штуки, по идее, должно упасть. Шаман. Это пиздец. Это просто... Это просто жесть. Два повелителя бури. Два. Вот это вот. Вот это роллинг. Еще один надо. Ну, сука, давай падай. Блять, блять. Сука. 14. 14-15, ладно, добиваем еще. По-любому надо добивать, вариантов нет. Я буду угорать, если не упадет. Блять. Есть. Все-таки мы его достали. Еще и укротителя достали. Еще одного достали. Забираем награды, бегом. Так. Тут у нас есть. Забрали. Что там у нас в акциях вообще есть. Трать, открыть сундук. Давайте еще тут попробуем. Так, 33 попытки.
В принципе, тут можно уже не напрягаться, забирать это все. Уже можно не спешить. Куда спешить уже? Кенди. Сейчас еще паролем дополнительно. Нормально, два повелителя дырочек. Вообще огонь. Ронина, конечно, мы так словили. Стрелка жалко не словили. Но я думаю, два повелителя дырочек. 1500. Хранитель. Хорош. Так, еще 6000 самов натащили. Сейчас еще по-любому что-то затащим. Собрать, собрать. В итоге 57, где-то 63 тысячи. Мы наролим сейчас. Так, ну чё, давай, рандомчик. Удиви нас еще разок. Ведьма еще одна. Ну вот так вот. Не захотел он нам больше ничего давать. Ладно, смотрим, что у нас интересного появилось вообще. Так, так, так. Две ведьмы, два повелителя бури, Фрея, ну Ирину, Дворину, я считаю, это уже топово. Так, где его там алтарь? Смотрим. Ведьма у него уже, конечно, на второй Ирину. Вот, на Рину две повторочки, просто супер. На одержимого повторочки, супер. Фрея не нужна, но может вторую вкачать Фрею со временем. Так, а тут еще есть одержимый. Ну, тем более, кагашки сэкономит. Пойдет. Ну и два повелителя бури. Это реально один из топовых героев, который будет ему хорошо помогать. Ну, конечно, к сожалению, ребята, фену мы не вытащили, но сделали хотя бы Ронина. Идем заберем Макса и все. Так, Ронин хранитель, карта, 2к, расходников полно. Так, а что у него по питомцам? Сейчас интересно будет тоже посмотреть. Новый пэт у него есть, а нового пэта нету. Ну, попробуем сейчас вытащить. Супер. И нового питомца вытащили. Для подземок ему просто будет. Просто огонь. Сделали больше, чем надо. Вот так вот. В принципе. Так, где наш там Ронин еще? Давайте его откроем. Повелителя бури откроем. И одного, и второго, в принципе, можно открыть. Он уже дальше там себе решит, какого он будет качать, сливать, аугментировать. Вариантов много.
Так, Иронин, иди сюда. Вот так вот побежали. Что там у нас, что-то поменялось? Нет, у нас ничего не поменялось. Открыть, тратить с выгодой, все то же самое. Так. Так, утекание 1, каменка 1, перс 1. Вот так вот. Вот такой вот был, ребята, роллинг у нас. Я надеюсь, вы рады за пацана. Реально достали хотя бы то, что он хотел. И достали повелителя дырочек и также нового питомца, которого ему реально хватит на дальнейшие подземки. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.